Всем привет! Вы на канале TK's Party. Подписываемся сразу же, ставим лайкосики, комментарии пишем к этому видосику. Как всегда, у нас будут награды за тем, кто пишет комментарии. Будем разыгрывать на пятничных-воскресенских стримах награды за комментарии к этому видосику. Итак, сейчас мы будем крутить пантеру. И вопрос у вас какой? С первого, со второго или с третьего раза она выпадет? Правильно, ребятки? Вот, давайте мы крутанем. Погнали. Со второго раза даже не надо было 250 крутить. Со второго раза просто. Я даже сказал с первого раза, но со второго раза. Ну, изи же. Изи. Просто изи. Просто изи. И еще и стальной щенок. Ребят, ну вы знаете, что надо сделать в конце этого видео. Это надо подписаться, поставить лайк, колокольчик прожать и приходить на стримы. Вот что надо сделать. Ох, вот так это все круто. Пойдемте посмотрим, как это все выглядит в питомце. Как выглядит золотой скин. Давайте посмотрим. Красно-золотой скин. Ну, он выглядит прикольно. Необычно. Необычно по сравнению с этим. И как выглядит пантера. Давайте пантера у нас. Кто у нас будет пантера? Пантера. Как назвать пантеру, ребят? Предлагайте, как называть пантеру. Пантера. Как звали из этого, из Маугли пантеру? Мегера? Нет, не Мегера. Нет, это жестко. Багира. О, Багира, точно. Багира. Будет Багира у нас. Я Богира написал. Ну ладно, это будет от слова Бог. Все, окей. От слова Бог будет. Надо было Багира. Ну, будет Богира. Бывает. Ладно, ребятки. Выглядит она прикольно. Вместимость языка увеличена на 15. Окей. Шестой левел. Не, ну это крутая тема. Это крутая. Ладно, на этом, ребятки, на этой веселой ноте мы с вами закончим стрим. Спасибо за внимание. Вот, ребятки, спасибо за лайкосики, спасибо за подписки. Спасибо всем. Видосики я нарежу. Всем пока-пока.